Так, я считаю, надо четко разделить, во-первых, вновь выявляемые больные, да, которым все равно едет неотложка, едут там бригады специализированные, они могут поставить диагноз и тут же выдать препараты, правильно? И разделить тех, кто сейчас уже находится на лечении и ждут этих препаратов, и подумать по ним, вот кто эти доставщики будут. На начальном этапе, пока у нас не будет системы, когда вот все уже, кто сейчас болеет, выздоровеют, да, вылечатся, а вот эти два варианта доставки должны быть отработаны и внедрены. Но время у вас на это одни сутки, Армен Сергеевич, одни сутки. И еще раз подчеркну, я не вижу никакого смысла, более того, считаю это промедление невозможным, говоря интеллигентным языком. Когда мы 10 дней не будем доставлять, только чтобы выработать модель. Не годится это. Начинайте доставку уже с конца этой недели. Вот вам сутки на отработку и буквально сутки, включая, естественно, в ней день праздничный народного единства. Уверен, что в этот день вся нация сплотится в борьбе с этим коварным, пусть и невидимым врагом, и сплотится вокруг тех людей, которые стоят на передовой. Сплотятся вокруг врачей и поддержки всех медработников. Скажут им и добрые слова, поблагодарят и врачей, и медсестер, и санитаров, и водителей, наверное, и волонтеров, которые пришли на помощь в этот сложный период. Надеюсь, вот 4 ноября именно так люди откликнутся на этот день. Сплотятся в этой борьбе и в первую очередь поддержат тех, кто на передовой. Но еще раз подчеркну, буквально с 5 числа я даю поручение, чтобы доставка лекарственных препаратов уже начала осуществляться.